Впереди выходные. Подскажем, как интереснее провести свой отдых. В субботу с 10 до 12 часов на базе городского бассейна «Дельфин» пройдет открытое первенство Приднестровской Молдавской Республики по плаванию. А на базе школы спортивной гимнастики по улице Индустриальной состоится третий международный турнир «Днестровские ласточки». С 10 часов соревнования, а в 14 часов торжественное открытие турнира. Дальше начнутся выступления спортсменов старшего возраста. Жители Липкан смогут посетить ярмарку выходного дня. Она развернется на площадке за павильоном «Комбикорм» по улице Энгельса. Торговать овощами и фруктами будут с 8 утра до часу дня. В ДК села Протигайловка начинает работу клуб выходного дня. В субботу приглашают детей от 6 до 10 лет на осенний праздник. Будет игровая программа, фитнес-разминка, мастер-классы, показ мультфильма. Начало с 13 часов. А вечером здесь ждут ребят постарше. Для них шпионская вечеринка. Говорят, самая крутая. И дискотека. Цикл занятий по акварели в мастерской Анастасии Тюминой пройдет в художественном музее. Приглашают взрослую аудиторию к 2 часам дня. В это же время в воскресенье проведут еще одно подобное занятие. В этот же день в художественном музее состоится занятие по каллиграфии, тоже для взрослой аудитории. В воскресенье в Бендерской крепости большой концерт Государственного симфонического оркестра. Любителей музыки приглашают к 7 часам вечера на программу «От классики до рока». Будут звучать хиты знаменитых композиторов и исполнителей рока и джаза, музыка из советских кинофильмов и вечная классика.